Армения завоевала первую медаль Олимпиады. Гимнаст Давтян стал третьим в опорном прыжке. Армянский гимнаст Артур Давтян стал бронзовым призером Олимпиады в Токио в соревнованиях в опорном прыжке. Наш спортсмен показал результат 14,733 балла. Первым в этом виде стал представитель Южной Кореи чех Ван Син, 14,783. Серебро у россиянина Дениса Облязина. Российский гимнаст показал такой же результат, однако первенство было отдано корейцу из-за большей сложности прыжка.